Второй процесс направления наших элементов – это эксплуатация. Соответственно, в процессе эксплуатации у нас есть такие понятия, как функции оборудования, условия эксплуатации. Это все, что мы должны фиксировать для понимания особенностей работы оборудования для дальнейшего планирования перспективного текущего работ по ремонту обслуживания. С точки зрения, опять-таки, фиксации информации, очень много данных, они появляются именно не у механиков, они появляются у эксплуататоров, как мы их называем, эксплуатантов. Это данные по пускам, остановам, расходу сырья, эксплуатационной жидкости, наработка. Соответственно, там у нас участник этого процесса – технологический персонал. Ну и с точки зрения информационных систем, там есть много задач по интеграции сосуд ИП с мест системами, и все это находится в нашем понимании на этапе эксплуатации оборудования.